А у нас минутка разминки. Если вы устали, вы должны размяться. Поэтому разминаем пальцы. Разминаем пальцы. Разминаем пальцы. Размяли пальцы. Встаем. Встаем аккуратно. Слегка выхолаживая. А теперь начинаем играть мускулатурой. Если у вас нет мускулатуры, не расстраивайтесь. Не играйте. Друзья, если вы весь день сидели в офисе, если вы устали, выпейте кофе. Ничего вам больше не нужно. Это говорю вам я, инструктор по фитнесу Лев Мартынович Каратаев. И на мостик сразу. Опа, Лев Мартынович, как может, а? И встал.